не вставленная даже в ком. Бля, вот серьезно, я не знаю, что это за человек. Еще раз, огромнейшее тебе спасибо. Я говорю, во-первых, за помощь финансовую, во-вторых, за то, что ты даже такое предлагаешь, хотя другой или другая, неважно, сказал бы, нахуй мне это надо, занимать место из-за каких-то видосов и так далее. Ну, блин, может, тебе это важно, я не знаю. Не, мне это, конечно, важно. Даже если видео, в принципе, ни о чем, ну, есть какие-то определенные моменты интересные, и поэтому жалко удалять. И сейчас, просто говорю, место я не успеваю заливать. Я вот пришел в метрострой, я за неделю, сука, 150 гигов снял. И я не успеваю заливать, потому что вечно встаешь, заходишь, скайп, пошли играть, пошли играть. Я говорю, мне нужно видео заливать. Опять видео, предатель. Короче, ладно, в пизду, поехали. Открой светофор. А, там уже все. Блять, еще раз спасибо. Сейчас, подожди. Так. Аликорн, справилась с поездом, нет? Это, кстати, еще одна женского пола. Я? Да не ты, Аликорн. Все, можем ехать, помощь не нужна. Короче, значит, можем ехать. Похеру, погнали. Так, а я дверь, походу, да. Ишь, какие мы гордые. Жизнь может помочь. Не повышай. А я не превышал, там просто так сделал, горяво там учил. Проскакивает. Плохо. Плохо, плохо. Лагает, ёбаный свет. Да. Давай. А, пох. Ну, почти, прям перед зеркалом. Да? Ну да. Ладно, давай пофапаем. Ну, нормально, короче, идеально. Все, если сцепка... О, блядь, чуть вниз налетел. Если сцепка, это... Казна... Передрейка, это нормально. Так, информатор не трогаем. Вообще не трогаем, но его взад. Но не в прямом смысле. Ну, это, об этом мы уже говорили. Ты знаешь, если к всему, что ты говоришь, добавлять, но в прямом смысле, получается достаточно забавно. Если все понял. Ну, что бы ты там ни говорил, так понял. Давайте поставим поезд. Ага. Ну не в прямом смысле. А в каком смысле ты его будешь ставить, это уже твой вопрос. Может, ты его боком поставишь. Мы же ставили поезд. Видишь, мы расфигарили поезд, чувак. Мы его можем, в принципе, поставить. Так. Шестьсот вольт на линии сейчас. 600? Угу. Вон по амперметру. Чуть больше уже, 640 где-то. А должно быть 825. А знаешь, что будет, если схватит? Так умеет. Тебя убьет. А знаешь как? Как? Током? Ну, да, током. Самое неприятное смерть. Я бы не сказал. Я пробовал себя бить электрошокером, и, в принципе, ничего больного нету. Просто ты охуеваешь и все. Нихера. Это не постоянный, по-моему, пройдут постоянно.
он херачит тебя изнутри. Короче, ты держишься, тебя не бьет током, но ты внутри выгораешь. Загляделся, запизделся. Внутри выгораешь, но ты же моментально подыхаешь, правильно? Да. Знаешь, какая разница? Там бывает такое, то, что люди... Я смотрел видосы на YouTube. Ну, есть долбоебы определенного рода. Берутся, садятся на крышу поезда, берутся за пантограф, или не берутся, просто неаккуратно касаются. И их уебывает током. Одного парнишку уебало, короче. Он не умер, он просто остался парализованным. Стоило ли это того, чтобы всю оставшуюся жизнь просуществовать в обездвиженном состоянии и постоянно думать о том, нахуя я это сделал? Просто знаешь, как все сейчас жрут, тает вот все. Чего жрут? Чего там? Тает вот. Они херни простили. Тает? Да. Жрут? Да. Ничего, ёбу дали, кто жрет? Ну, сейчас челлендж такой, знаешь, что было все обливание из ведра, а теперь, короче, жрать тает. Суть в том, что, ну, это же химическое явление. Ну? Большинство людей заканчивают с ожогами пищевода, легких, и так далее. Тут же не имеет людей, что надо умирать на тайне. Кого это нет? Чуть погромче говори. Смотри, когда они это едят, начинают отмирать ткани, короче, там очень много всех побочных не выходит, и никого это все равно не остановит. Ну, долбоебы, что скажешь? Я говорю, я не знаю, как так, но, блядь, почему на этом свете, блядь, столько реально дебилов, даунов, дегенератов, имбецилов, я не знаю, какое слово еще подобрать. Такую хуйню утворяют. Райдер, что ты там спрашивал? Я спрашивал, где он там? На Синьку въезжает. Понятно, я спорт победы отправился. Давай, докатывайся, докатывайся. Да докатимся, ебать, это вам конечно. Ну да, давай, речка, пока. Нормально. Привет! Почему они убежали от меня? Испугалась жизни. Тяжелая. Жизнь хорошая, жизнь не толстая, не тяжелая.